Москве обеспокоены попытками некоторых сил расшатать ситуацию в Южной Осетии и поставить под сомнение российско-южноосетинские союзнические отношения. Для более детального изучения ситуации на месте в республику с визитом приехал глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев. Выбор кандидатуры очевиден, Косачев не понаслышке знаком с южноосетинской тематикой, не раз был в республике, лично знаком со многими местными политиками и сможет быстрее сориентироваться в сложной обстановке, в которой очутилась политическая жизнь в Южной Осетии. Внимание Кремля за последние месяцы больше приковано к событиям в Белоруссии, на Донбассе и на Горном Карабахе. Тем не менее, соответствующие российские службы держат ситуацию в этой Кавказской республике под своим пристальным вниманием. И надо признать, поводов для беспокойства за последнее время появилось предостаточно. Часть южноосетинской оппозиции после неудачной попытки провести государственный переворот и добиться ухода президента Бибилова, используя акции протеста, вызванные гибелью молодого жителя республики Инала Джабиева, не отказалась от своей цели. Как показали события прошедших месяцев, главная задача радикалов – демонтировать систему государственной власти, что сделает Южную Осетию уязвимой для внешнего влияния и последующей дестабилизации. С этой целью группа из 14 оппозиционных депутатов вот уже несколько месяцев саботирует утверждение нового состава правительства Южной Осетии, бойкотирует работу местного заксобрания и отказывается принимать бюджет на 2021 год. А это грозит республике серьезными социально-экономическими проблемами. Видимо, этого двум оппозиционным партиям, НХАСУ и Народной партии, показалось мало. Последовало откровенно странное и лишенное логики письмо 14 депутатов в адрес российского вице-премьера Марата Хуснуллина, отвечающего в правительстве РФ за взаимодействие с южноосетинскими партнерами по линии межправкомиссии. В письме содержалось требование отказаться от сотрудничества с правительством Южной Осетии, прекратить финансирование инвестпрограммы и заморозить транши на повышение зарплат, пенсий и других выплат. В случае отказа Москвы выполнить ультиматум 14, оппозиционеры грозят союзническим отношениям между Россией и Южной Осетией. Радикальная часть южноосетинской оппозиции не собирается останавливаться на попытках заблокировать российскую финансовую помощь. За последние дни оппозиционеры предпринимают новые шаги по дестабилизации ситуации, проводя встречи по избирательным округам и пытаясь настроить население против власти. Ранее они отказались от схемы урегулирования, предложенной посредниками, в роли которых выступили два бывших президента и экс-спикер парламента Республики Южная Осетия. В другой ситуации в российских политических кругах, возможно, проявили бы меньше беспокойства по поводу внутриполитических осложнений в Южной Осетии, но тревожные тенденции, развернувшиеся близ границ России, заставляют более детально отслеживать ситуацию по всему периметру. Команда Байдена уже заявила об увеличении объемов военной помощи Грузии и Украине, а характер проводимых совместных учений заставляет задуматься о будущих планах недругов России. К примеру, учения сил специальных операций США, проведенных на территории Грузии близ границ Южной Осетии осенью прошлого года, по сценарию предусматривали вооруженное вмешательство в ситуацию в Южной Осетии под предлогом защиты ущемленных прав населения. Турецкие аналитики еще недавно прогнозировали с приходом команды Байдена «Кавказскую весну», которая, по их информации, должна начаться весной 2021 года с конфликта на границе Южной Осетии и Грузии. И они не одиноки в своих прогнозах. Западные аналитические издания полагают, что Байден вплотную займется вытеснением России с Кавказа. Российские эксперты не исключают, что попытки спровоцировать вооруженный конфликт на границе Южной Осетии будут приурочены к каким-нибудь вылазкам террористического подполья на Северном Кавказе и массовым акциям в крупных центрах Российской Федерации. А если к этим сообщениям добавить информацию российских и южноосетинских спецслужб о четко выраженном грузинском следе в процессах, развернувшихся в Южной Осетии, становится очевидным, что за упорством радикальных групп южноосетинской оппозиции, не желающих решить внутриполитические проблемы путем переговоров, стоит явно кто-то извне.